Станислав Воскресенский встретился с новым начальником Главного управления МЧС по Ивановской области Алексеем Клушиным. На должность руководителя ведомства последний назначен указом президента перед Новым годом, 28 декабря. Алексей Клушин уже успел познакомиться с регионом и провести встречу с личным составом. Вся его предыдущая служба в основном связана с Калужской областью. С 2015 по 2018 годы он занимал должность заместителя начальника Главного управления МЧС по Калужской области.